Всю историю существования человек пытается познать себя, как устроен организм, как функционируют органы и как правильно выявить заболевание. Вопросов много, и все они жизненно важные. У современной медицины есть несколько методик диагностики организма, но одна из самых передовых – это МРТ – магнитно-резонансная томография. Для того, чтобы понять метод магнитно-резонансной томографии, нужно разобраться в процессах, которые происходят с ядрами атомов, помещенных в магнитное поле. Ключевые слова в раскрытии темы МРТ – магнит и ядро. Каким должно быть магнитное поле, чтобы заставить ядра атомов работать на науку? Какие атомы, каких молекул дают информацию о строении человека? Пожалуй, с человеческого организма следует и начать. Точнее, с химического состава Homo sapiens. Наше тело состоит из полутора десятка различных химических элементов. Калий, магний, фосфор, натрий, хлор. Список можно продолжать, но нас в первую очередь интересуют доминирующие элементы. Кислород и водород. Из школьной программы известно, что человеческий организм на 75% состоит из воды, формула которой H2O. Именно вода, а точнее один из ее составляющих элементов, водород, главное действующее лицо метода магнитно-резонансной томографии. Кислорода в организме человека даже больше, чем водорода. Не будем забывать, что кислород входит в состав воздуха, которым мы дышим. Но атом кислорода более уравновешен, чем водород, поэтому в методе МРТ он не применим. Ядро водорода состоит из одного протона, который имеет магнитный момент, называемый спином. Ядро может менять свою пространственную ориентацию в мощном магнитном поле и при воздействии внешних радиочастотных импульсов. На основе параметров протона и его векторном направлении, а также привязанности к магнитному моменту протона, можно установить, в каких именно тканях организма находится тот или иной атом водорода. Проще всего представить атом водорода в виде магнитной стрелки компаса с плюсом и минусом. Существует всего два положения вот этой вот элементарной магнитной стрелки атома водорода вообще в пространстве. И эти два положения характеризуются энергией, которую имеет этот атом. Это низкое энергетическое положение и высокоэнергетическое положение. Соответственно, хаотичное распределение стрелок, атом, на который не воздействует внешнее магнитное поле, он находится в низкоэнергетическом состоянии. Вот. А когда он попадает в атом, в магнитное поле, во внешнее, и выстраивается вдоль линии как бы напряженности, он является как бы в высоком энергетическом состоянии. Выстроить атомы водорода вдоль силовых линий магнитного поля – это половина дела, даже треть. Необходимо качнуть каждый атом, заставить его прецессировать, а потом еще зафиксировать момент возвращения атома в стабильное состояние. Для понимания этого явления нам понадобится обыкновенная юла. Раскручиваем юлу, представим, что это атом водорода. Юла вращается, положение ее стабильное. Качнем разок юлу в сторону, вращение пошло не по вертикальной оси. Это и есть прецессия. Подобно этому волчку, атомы водорода, попадая в магнитное поле, они не расположены строго вдоль линии напряженности, а они, грубо говоря, прецессируют вокруг этой линии. То есть, если взять вот так вот, как мою руку, как направление элементарного магнитного поля в атоме водорода, и поместить вот в такое поле в томографе, то он будет вращаться вокруг него. Юлу мы заставляем прецессировать своей рукой, а для атома водорода толчком служит импульс электромагнитной волны. Мы можем заставить на какое-то время отклониться стрелку атома от линии напряженности магнитного поля. То есть, сообщив энергию извне вот этим радиоимпульсом, мы отклоняем стрелку атома. Стрелка постепенно начинает терять эту энергию сообщенную и возвращаться в свое обратное положение.
Момент возврата атома водорода к своему стабильному состоянию определяющий в магнитно-резонансной томографии. Дело в том, что все атомы водорода в организме человека реагируют на внешний электромагнитный импульс по-разному. Одни отклоняются сильнее, другие в меньшей степени. Соответственно, одни атомы теряют меньше энергии, другие больше. Эту разницу и регистрирует аппаратура томографа. Они, по сути, представляют из себя антенны, то есть это такие замкнутые контуры, состоящие из проводников из медных, там, ну, как бы из различных, и как бы блоки усиления и ну, как бы регистрации сигнала. Посмотрим, как теоретические основы ядерного магнитного резонанса представлены на практике. Исследуемый на томографе пациент помещается в постоянное магнитное поле. Радиоизлучатели посылают электромагнитные импульсы, катушки фиксируют электродвижущую силу, возникающую при возвращении атомов водорода в равновесное состояние. Вся исследуемая область, например, головного мозга, представлена в виде трехмерной матрицы, каждой ячейки которой соответствует свой радиосигнал и своя регистрационная часть. Каждый участок исследуемой области на экране представлен в виде темных и светлых областей. Градации серого цвета и дают точную картину состояния внутренних органов человека. Врач, который рассматривает эти изображения, он сравнивает с тем, что у него есть представление о норме, и все, что отличается от этой нормы, он должен интерпретировать. Здоровые ткани от больных отличаются цветом, причем эти различия, они различны в зависимости от используемой импульсной последовательности радиочастотной. То есть где-то одна ткань светлее, чем другая, где-то наоборот. Метод МРТ позволяет вести диагностику с точностью до 1-2 мм. Это гораздо точнее, чем у более привычных нам рентгеноскопии и УЗИ. Но у магнитно-резонансной томографии есть свои ограничения. Молекул воды, а следовательно водорода, в человеке много. Но есть ткани и области, где воды нет совсем. Те ткани, которые не содержат молекул воды, они практически не дают никаких радиочастотных импульсов. Это воздух и это твердые ткани, где много кальция, вот, или плотная костная ткань. Там содержание воды отсутствует, поэтому, допустим, чтобы увидеть изображение легких, метод МРТ не подходит. Понятное дело, что процедура МРТ не подходит обладателям металлических имплантантов и пациентов с вживленными приборами поддержания жизнедеятельности. Магнитное поле в современных томографах очень сильное. Величина индукции магнитов составляет от 1,5 до 7 Тесла. Для сравнения, сувенирный магнитик на холодильнике приклеен с силой 5 миллитесла. То есть его магнитное поле слабее томографа в 1000 раз. Магнитик на холодильнике, очевидно, никакого вреда здоровью человека нанести не может. А как насчет мощного магнитного поля? Обычно человек, он может, в принципе, теоретически может сутки пролежать в магните, и это не повлияет на него. Может быть, это и так. Ведь мы живем в магнитном поле Земли, и ничего. Тем не менее, из первоначального названия метода ядерной магнитно-резонансной томографии слово «ядерное» убрали. Как говорят сами создатели метода, для того, чтобы не смущать людей, страдающих радиофобией. Оно и к лучшему. Хотя ядро атома водорода, как мы выяснили, верховодит в методе МРТ. Все, что нам нужно, это элементарно его намагнитить, развернуть и снять показания.